Русскоговорящие хакеры атакуют компании по всему миру. Однако первыми удар на себя принимают российские компании и банки. Ведь именно здесь злоумышленники тестируют новые схемы и инструменты для атак. Группа IB знает все о русскоговорящей киберпреступности и по оценкам Gartner, IDC и Forrester является лидером на рынке Threat Intelligence. Эксперты группы IB выявляют атаки на ранних этапах подготовки благодаря собственной уникально расположенной инфраструктуре. Они первыми узнают о новых способах атак. Благодаря крупнейшей в Восточной Европе криминалистической лаборатории, 14-летней практике реагирования на инциденты, а также собственным уникальным источникам, большинство из которых закрыты. Сообщая о планирующейся атаке еще на этапе подготовки, группа IB дает клиентам самое важное – время, чтобы отразить атаку. Информация о преступниках, их тактике, инструментах и целях позволяет эффективно противодействовать атаке. Мы не перегружаем клиентов большим количеством данных, а предоставляем только персонализированную, проверенную и значимую информацию. Для разных уровней должностей группа IB готовит разные наборы данных и аналитики, стратегические обзоры и прогнозы для топ-менеджеров и директоров по безопасности, оперативные данные о тактике и целях преступников для аналитиков и специалистов по реагированию, тактические индикаторы для команды SOC, обогащение CM и других систем безопасности. Клиенты получают круглосуточную поддержку опытных аналитиков и могут запросить индивидуальное исследование угрозы. Веб-интерфейс Threat Intelligence удобно использовать благодаря фильтрам, возможности визуализировать данные в графиках и выгружать отчеты. Для интеграции с другими системами данные можно экспортировать через API или Threat Intelligence платформы. Крупнейшие компании по всему миру используют группу IB Threat Intelligence. Аналитические отчеты компании о новых киберугрозах публикуются в ключевых российских и международных изданиях. Оформите бесплатную тестовую подписку и узнайте, что угрожает вашей компании.